Я обожаю в аудитории видеть студентов, у которых горят глаза. Я постоянно смеюсь. На возраст – это не помеха для обучения, в том числе и для наших студентов. И вот наш бывший ректор Марго Живитере, да, ей сейчас уже больше, гораздо больше 80 лет. Совершенно выучил английский язык, совершенно владеет компьютерами, пишет научные статьи и работает дальше. Вот она недавно поправила себе зрение, потому что ей не хватало этого, сделала коррекцию и работает дальше. Нет, нет, ограничений быть не может. Никогда не поздно начать обучение в IT-области. Это могут быть люди, которые хотят переквалифицироваться. То есть сейчас очень быстро смена новых профессий, и вот как раз IT, она является новой профессией и актуальной на сегодняшний момент. Как пример, Лепс попал на сцену в 40 лет, 40 плюс даже, да? То есть Стас Михайлов тоже, условно. Я очень горжусь тем, что среди моих студентов есть студенты возраста 45+, 50+, и даже 55+. Например, вот очень хорошая работа вчера была на предзащите, да, то есть одной студентке, которая соединила так эко-кафе с педагогической площадкой. Вот и ответ.